Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Наволчик. В этом уроке мы продолжаем изучать замечательную программу Adobe InDesign. И прежде чем начать создавать электронные документы, это цифровые журналы, книги, плакаты, интерактивные PDF-файлы и электронные книги, мы давайте разберем, что такое издательские системы. Настольная издательская система – это комплект оборудования для подготовки оригинала макета издания, готова для передачи в типографию. Как правило, в состав издательской системы включают один или несколько персональных компьютеров с необходимым программным обеспечением для создания макета оформления, распознавания набора и верстки текста, редактирования изображений, допечатной подготовки, оригинал макета. В состав настольных издательских систем могут входить принтер для вывода промежуточных результатов и пленок, а также сканер. Появление персональных компьютеров и издательского ПО в конце 1980-х годов произвело революцию в издательском деле и полиграфии, существенно изменив и отчасти упростив технологические процессы. Операции набора и верстки переместились из типографии прямо в издательство, в то время как типографии стали заниматься почти исключительно печатными и послепечатными процессами, такими как брошюровка, переплет и тому подобное. Появилась возможность готовить печатные издания самостоятельно или с помощью небольших издательских фирм, способных подходить к проектам индивидуально. В этом курсе мы изучаем и делаем упор на издательском программном обеспечении. В этом курсе мы изучаем, конечно, программу Adobe InDesign, но стоит сказать о других компьютерных программах, которые приближаются либо соотносятся с уровнем программы Adobe InDesign. Вот список основных программ, аналогичных Adobe InDesign. Некоторые программы появляются, некоторые пропадают. Например, программа Adobe PageMaker уже не выпускается, ее можно даже вычеркнуть из этого списка. В этом списке вы видите две программы от Adobe. Это Adobe InDesign и Adobe FrameMaker. Я более плотно работал из этого списка только с двумя этими программами. Это Adobe InDesign и Quark Express. Ранее я показывал некоторые свои работы, и из представленных работ вот этот журнал верстался в программе Adobe PageMaker. Эта компьютерная программа уже не издается, она уже не обновляется. Далее, вот это издание я верстал в программе Quark Express. Это справочник организаций, а каталог слева я верстал в программе Adobe InDesign. Также стоит сказать, что, как правило, кроме сказанных программ, зачастую используются дополнительные программы по обработке графики, например, Adobe Photoshop, Corel Draw и Adobe Illustrator. Например, вот в этом буклете я использовал все перечисленные программы. Вот я перейду на свой рабочий стол. Здесь у меня, как вы видите, установлен ряд программ. Это, конечно, программа Adobe InDesign, которую мы будем сейчас изучать. Также у меня здесь установлено две версии Photoshop, более новая и более старая версия, программа Adobe Illustrator и Corel Draw. В процессе изучения нашего курса мы будем периодически открывать указанные программы и делать какие-то обычные стандартные действия с этими программами. Такое разнообразие программ связано с тем, что когда работает дизайнер типографии, то ему приходят с разных организаций разные дизайнеры, разные люди, и у них могут быть разное оборудование и разное программное обеспечение, сделанное в разные временные отрезки. Поэтому здесь, кроме какой-то программы, могут быть разные версии одной и той же программы, чтобы решать какие-то конкретные задачи в макетах. Сейчас под этим видео найдите ссылку на шпаргалку. Откройте, если она у вас еще не открыта. Здесь у меня находится ряд ссылок, по которым сейчас я перейду. Здесь мы выполняем первый пункт профессиональной издательской системы. Здесь у меня стоит две ссылки на программу Adobe InDesign и программу Quark Express.
перейдите в этот документ и давайте нажмем на вот этой вот ссылке Adobe InDesign. И мы переходим на официальный сайт программы Adobe InDesign, где можно купить, заказать и узнать новшества об этой программе. Перейдите по ссылке в шпаргалке на этот файл и посмотрите эту презентацию. В Adobe InDesign есть все необходимое для создания плакатов, книг, цифровых журналов, электронных книг и интерактивных PDF-файлов и многого другого. А также здесь можно найти разные учебные материалы по этой программе. Давайте здесь нажмем на ссылку «Купить». Цены вы видите на экране. Давайте заново перейдем в нашу шпаргалку. Здесь у нас вторая ссылка на другую программу «Такварк». Перейдем по этой ссылке. Здесь вы также можете познакомиться с презентацией этой программы. Quark Express – это профессиональная компьютерная издательская система, позволяет заниматься созданием, редактированием сложной верстки в режиме VisuWeek. Что такое VisuWeek? Это аббревиатура по первым буквам соответствующей фразы. Что видишь, то и получишь. What you see is what you get. Это свойство прикладных программ или веб-интерфейсов, в которых содержание отображается в процессе редактирования и выглядит максимально близко похожим на конечную продукцию, которая может быть печатным документом, веб-страницей или презентацией. В настоящее время для подобных программ также широко используется понятие «визуальный редактор». Далее вы можете здесь, конечно, посмотреть дополнительную информацию и купить эту программу. В следующем уроке мы начнем уже непосредственно верстать в программе Adobe InDesign, то есть мы ее запустим и создадим несколько разных документов, которые мы в дальнейшем будем использовать для создания разных публикаций, книг, газет, журналов и другой печатной и не только печатной продукции. Если будут вопросы по текущему уроку, задавайте. Спасибо за внимание. Жду вас в следующем уроке, где мы продолжим изучать эту замечательную программу.